Здравствуйте, любители тенниса. Вот очень много спрашивают про различные приспособы. Вот на палочке, на трубочке, на какой-то мячик, гибкая основа. Вот можно ли этим тренироваться, можно ли этим пользоваться, дает оно результат или нет. Вот хочу объяснить, что тем, у кого поставлена техника, кто знает, как правильно, и это подтверждено практикой в игре, он видел себя со стороны и понимает, как бьет. Ну, тому хуже не будет, он побьет, просто мышцы потренирует и движение не испортит. Но тем, кто начинает играть, и он не знает, полетит ли мячик именно туда, куда вот он поставит этот тренажер, и начнет его лупасить, и начнет лупасить вот так, например, немножко. Вот. А чуйки и понимания нет. И мяч начнет попадать в сетку у него, в реальной игре. А человек так бывает, увлечется и натренируется столько, что мышцы уже настолько запомнят это, закостенеют в этом движении. И потом, когда он встает играть в реальной ситуации, когда мячик прыгает, он лупит все время и не туда. И начинает психовать, начинает нервничать. Почему? Я вроде все правильно делаю. Так вот, если вы используете какие-то тренажеры, какие-то установки и прочее, ну, имейте во всем здравый смысл, дозу небольшую только. И снимайте себя со стороны, чтобы вы увидели, что вот это ваше движение, оно вот так выглядит. И снимите себя, как вы играете. Вот если эти два движения совпадают, тогда, может быть, вам будет какая-то польза. И то без фанатизма, потому что когда рука делает только одинаковое движение, а у нас в настольном теннисе мячик прыгает немножко все время не так, и надо вот понимать, где его добавить, где сильнее поддернуть, где сильнее повернуть. То есть на этом вся игра основана. Вот. А лучше всего, ну, сделайте вы имитацию, то есть представьте мячик, посмотрите мысленно, полетит он туда или нет. Вот совпадает этот угол, или у вас вот сила удара сюда направлен, или вот сюда вы задираете, или отклоняетесь сами, вот кто-то вот так делает. Раз, и как вы надеетесь попасть-то? То есть посмотрите, какое у вас должно движение-то получиться. И все, то есть осознайте игру в имитации движения. То есть представляя мячик и понимая, куда он полетит. И как только вы это проделаете, тогда вопрос, вот использовать эти или нет, он отпадет. У меня есть ролик, где я показываю, как с помощью мячиков. Там есть подтверждение, то есть вы бьете и смотрите, правильно, неправильно. Практика показывает, попали вы или не попали. И вот это, ну, на мой взгляд, самое лучшее. А если кто-то еще вам накидывает потихоньку, то вообще замечательно. Вот, на этом у меня все. Жду ваших откликов, комментариев. До свидания, до следующих встреч.